В Новоламском монастыре, где я сейчас нахожусь, мне был предложен в гостинице вот такой номер. По-своему оригинальный. Давно уже не было такой, действительно, кельи. Одноместный номер, где ширина стены в размер кровати. Но зато тихо, тепло, уютно, с видом на северные финские пейзажи. Да, во всем есть своя романтика, своя прелесть, свое удовольствие, чему я очень даже рад. Надеюсь, может быть, когда-нибудь еще доведется мне посетить это удивительное место в далекой северной Финляндии.